как стоит. Кепку я сейчас заберу, да. Друзья, второй день выставки охоты и рыболовства на Руси. Сейчас мы навигаемся в 69-й павильон. В охотничий павильон. Вот этот дом вчера я смотрел, Жень. Вот этот. Но он прямо с надувной камерой, все раскладывается. Тепло. Он сдувается полностью. Он надувается. Вон, зайди, посмотри. Вчера я показывал. На самом деле кефира хочется нам попробовать на голову. Вот он, видишь, он стенда. Он из этого, то, что ты везешь, и из всего этого он превращается в это. Да ладно. Да. Потому что вот они, подушки, которые раскладываются, а потом только он полностью надувается, и все. Да. Вопрос, как его тащить куда-то подальше? Полмиллиона, ну и в этих ящиках. Где по лестнику все? Пойдем? Жень, какой раз ты уже на выставке? 35-й. 35-й? Да. Но ты иногда пропускаешь, да? Да. Нам туда. Один раз как-то выбросил куда? Туда? Знакомые силы. Вот этой штукой воняет постоянно. Маскировка. По лестнику вон. Полез. Там же и мельник дальше. Сейчас пойдем по лестнику поболтаем. Вон, видишь, они стоят мельник, болезнь. Пошли, сейчас, пацаны, привет. Здорово, Серега, Андрюха меня. Сейчас пацаны придут, разгонят. Здорово. Курить пошли, там и Диман. Посмотрите, проходите. Он только приехал, я только слышал его. Я тут второй день. Да я знаю, вчера Диман скидывал, всю спину у него снял. Я говорю, ты курит, а он сейчас придет, Диман, не курит. Слушай, я вот так и думал, как раз хотел этот вопрос задать, потому что на видео я как-то прибежал, посмотрел, непонятно. Вот нижняя часть, она, ну, идеально. Когда цвет. У вас где-то позавчера? А поверху... Вчера приехал. Препарат вчера. Стали наносить, но поверху немножко есть. Это просто ему, в принципе, не попадает реально. Сегодня народу еще больше, да? Сегодня праздник. Праздник, берем, курим. На мой взгляд, грудь покрашена лучше в формате исполнения цветовой гаммы. Но вопрос в том, что так же ты их не поставишь, да? Я думаю все-таки, что у нас возникли небольшие споры по поводу того, все-таки как гусь поверхность видит, адекватно или нет. Я думаю, все равно, так как это там версия, наверное, 1.0.1, да, производитель все равно заработает эту возможность, ну, вернее, невозможность, а вариант того, что они внешне сверху будут выглядеть по-другому. В случае этой весны уже большая часть народа с ними отоходит, скажет свои результаты. Ну, сразу
сразу скажу, наверное, я тоже попробую с ними что-то попробовать. Я не сомневаюсь, что они будут работать по одной простой причине, что, ну, они более чем похожи действительно на реального бурса. Даже с учетом того, что на расстоянии они, да, очень симпатичны. Есть, на мой взгляд, небольшие погрешности в виде исполнения, ну, если говорить о суперкачестве, да, но, опять же, это все дорабатываемо, это время, я понимаю, что это все-таки еще пробные варианты, которые со временем должны измениться. И в любом случае, с каждым годом поездник нас будет радовать все лучшим и лучшим качеством. Будем надеяться вместе. А так, да, надо пробовать. Спасибо. Сейчас будем пилить контент. Взяли по Монтане, сейчас будет нормально. Будь добр. А где? Шампурский район. А где? Шампурский район. Мы каждый год к вам едем. Я знаю два места. Я их определяю только по... Я могу пока показать. Там недалеко от города справа и слева. Но Шампурский, когда идет пролет, там хорошо. У меня есть Димка Мичурин. Но у вас весна лучше или все-таки осень? Если у вас не идет. Да. Ну, хоть не море. Через колени. А по весне, по самой Я разговаривал недавно, кстати, с человеком, я про осень говорю. Он говорит, слушайте, у нас осенью никто не занимается, потому что, говорит, его мало, а по весне прямо целое кино. И он говорит, зари, там недалеко уводит, там прямо, говорит, вообще шикарно. Она вага, она ничем не отличается от вины, знаете, да? Хорошая. А что, условия? Условия, что дом. Дом или изба, вот, скажи, на 4 дом. Жень, изба 5000 денег. Да это и ближе на 500 километров. Хороший дом, баня, с русской печкой. А по пролету что? Мы-то ездим по звонку. Пошел. Нет, пожалуйста, на дальтах. 6 тысяч, то есть, человека в сутки. Дело в том, я могу принять только 12 человек. Да, у меня просто много знакомых, которые пишут, Женя, скажи, куда поехать. Куда поехать, да. Пожалуйста. Я им сразу, чик, ребят. А обычно просто дай телефон. Я даже знаю, кому дать. Я сразу сейчас дам. У меня 5 человек сейчас едут, они хотят сами. Я говорю, заплатите первый раз лучше денег. Чтобы все показали, да. Взял эту штуку? Рекламку. Эти верхние это только надалеко. То есть если уже пол километра, только отпугнешь. Можно громко, они не едут. Я пробовал даже 100 работает. Он даже согласен. Когда на посадку идет, одиночка. Накрываю, да? Сигнал посадки. Вот это сигнал на посадке. Они кружатся, можно. Вы руку снимаете, да? Или их. Но пока они не услышат. Нижний. Это скажем все. И они уже не на все пофиг, то они уже раз. Осенью, если ты заметил, молодежь. Я, кстати, на маневах очень много. Вот. Они, понимаешь, молодежь, они вот на эти вообще хорошо реагируют. Вообще, суп. Они только его и произносят сами. У них высокие, потому что звуки, и да? И все.
Вообще осенью можно... И на круг. Осенью можно вообще на любые звуки, потому что те самые главные молодого цепанул, он еще не разбирается, он человека не видел. А если человек развернул, за ним вся семейка, он на звук забывал. То есть осень налетает. Пах-пах-пах, у нас два упала. Они вылетают, я ради прикола. Они снова поворот, у них же кореша здесь. Есть, молодые завернули, и эти за ними. Два. И потом из третьего раза. Короче, мы все пять выбили, трое осталось только. Мы три круга завернули, со всех трех стреляли. Одна стайка была. И после выстрела они нас видят, когда они без мастеров, когда стояли на краю озера, они плавают. Я подошел, они плавают. Летели, я разный на манил. Круга дали, круга дали, и все три раза стреляли. Казара. Я все пытаю Кетнера, короче, сделать на казах. Да не надо. Почему не надо? Нормально, можно на мини-ка, ну, на биологии. Проще казах делать с биологом, но он узнал талант на тоналке, корпус биологова и тоналка другая. У нас получилось, он куда-то пригрездил, потерял. И сейчас ему просто нет времени этим заняться. Потому что на казах спроса большого нет. Я его постоянно отключу, потому что я... А это чего? Это вообще уникально, их еще нет. Я даже это. Как манить? Тренируйся, учись. Вон так просто что-то не делает, и рублей, да? Он поет, да? И здесь игрушка, я тоже не могу. Вот это вообще, вот только-только поедет. Лёха, как? Ну-ка. Чего, легкий? Это и размер, и вес. Блин, сколько? 6,5. Можно выбрать цвета разные. Я вам немножко другие, одни полегче, но другие потуже. У него две разные тоналки, у меня сейчас есть. Два разных корпуса, по-разному будут. Могу показать другой. Хочешь посмотреть? Манок на рябчика 400 рублей пара. Пилить-то успел. Еще не позвонил. Вот я для выставки специально ушли 2 месяца работать. Мы-то рядышком разберемся. Я ему еще не пишу. Я не могу. У меня заказ. Сейчас еще мало заказа. У него бывает 2 месяца. Они вот разные. Ну как говорят американцы? Это все хуйня!
для охоты достаточно. Не знаешь, кстати, какой момент? Я его знаю, я его сейчас сам пропагандирую и сам использую в охоте. И он так сделал тоже. И это правильно, потому что я сколько не слышу гусей, он так не делает давным-давно. Или никогда не делал. Потому что принцип вот. Вот короткими. Он всегда так делает. Мы на семинарах это называем ритмика. Он его вальсом как-то называет. Самое главное вот этот ритм поймать. Он всегда. Потому что когда он летит, орёт прямо и ищет когда. Улы-улы-тик-тик. Он всегда так делает. Как в ноту, там у нас расписано, какой ритм надо. И вот у нас получилось около 10 ритмических рисунков белого. Вот как ты говоришь, классические спины, есть троечки, выведи, есть там вот эти там, топорик, индейца вот эти вот есть. И вот такой, ты это показал. Это уже сложно получается хитрый, то есть новичками трудно овладеть. А у кого есть уже опыт такой, но есть. Да, в принципе, можно вот взять либо три вот этих вот звука и этим пользоваться, это вот так вот. А нам этого уже мало, мы начинаем уже искать что-то вот так. Мы уже хуйней начинаем заниматься. Успокоился, то есть буквально 5-6 этих успокоился, а у нас начинается. Я не слышал, чтобы так гуси кричали. Это земля, видишь, все-таки, а там небо, надо уметь знать, когда сигнал дает. Вот, мы даже с пацанами сидим, идет стая, и раз залез. Ниже, они такие, сейчас выйдут, а я слышу, клык-клык-клык-клык-клык, все, ну, сели, нет, сейчас вы такие, сели, все, это не произносят они такие звуки. Они только садятся сразу. Да, вот так, клык-клык-клык-клык-клык-клык-клык, все, пошел, это все. Что тоже нюансы бывают, на земле сидят, а ты летишь, и должен один сигнал давать, а когда на земле, можно другие сигналы давать. Я так не охотился, когда они сидят, а я лечу. У меня есть друг, мы с ним как только не сталкивались по манкам, у него все время какая-то своя технология манит. Неправильно рябчику манишь. Я говорю, с детства где-то хожу, он меня манит вообще как не все, но они летят. Дай попробую, Лёва. И он мне говорит, рябчику нужно манить так. Ты его посмотри, как Артур манит. Думаю, манит. А вот на самом деле из последнего. Рябчик вот летит удлиненно, это сам вроде, да, и она в конце просто. Вот так. А сейчас вот я езжу. Один слышу, короткий, один длинный. Слышу, он вообще сейчас. То есть ту. Самочки, они вот. Они 10 самочек, они все 10 разные. А самочки примерно одинаково, только молодые, в конце небольшие крылья дают. А самочки, они вообще все по-разному. Поэтому. Куча всего. Давайте найдем сейчас с кем-нибудь поболтаем. Холый дом. Еще кого-нибудь посмотрим. Вон, где манки? Вот. Вот, идем на звук. Да. Не получится. Ой, не получится. Здравствуйте, Сергей Андреев, Национальная лига охоты и рыбалки. Расскажите, пожалуйста, что у вас за манок? Да, здравствуйте. Значит, представляем вашему вниманию манок на лося нашего производства, начиная от шнурка и заканчивая самой так называемой банкой. Угу. Полностью все делаем самостоятельно, то есть специальная банка определенного объема, определенной плотности и определенного веса. Шнурочек специальный, значит, изготовлен из полипропиленового материала плоского сечения без дополнителя. Смачиваем данный шнурок и легким движением руки извлекаем нужный звук.
И слышимость хорошая. Слышимость, значит, при открытой емкости в лесу примерно 3-4 километра при подходе самца. У нас остается от производства. Значит, мы вкладываем кусочек утеплителя. Угу. Почему утеплитель? Не мох, не трава какая-то, в нем не заводится ни плесень, ни слизь, ни грибов. Вот. Соответственно, он полностью инертный. И у нас тональность остается точно такая же, но длина волны сокращается. То есть лось подходит к нам на 100 метров, мы его приглушаем, звук. Чтобы он понимал, что уже расстояние сократилось, да? Начинает сокращать расстояние, потому что он не дослышивает. Когда мы убираем, у нас звук восстанавливается. Круто. Манок на лося. Компания Picanti Outdoor. Очень по доступной цене. Сколько? 400 рублей же стоит манок, да? Да, совершенно верно. Цена манка 400 рублей. Picanti Outdoor представляет разработку нашей собственной компании, называемый мешок охотника. Что такое мешок охотника? Мешок охотника – это новое понятие в экипировке современного охотника. Смысл очень простой. Вы в своей родовой одежде приходите на место предполагаемой охоты. Это лабазы, засидки, вышки, шалаши различные. В своей родовой одежде сухой. И залезаете в этот мешок охотника. Залезли, застегнулись. Можно приходить даже голым. Можно, да. И сели. Самое главное сесть в этот мешок сухим. То есть задача мешка – сохранение вашего собственного тепла. Принцип работы здесь примерно такой же, как наша кисть. Не замерзает, находясь в варежке, и мерзнет, находясь в перчатке. Здесь то же самое. Мешок работает по принципу термоса. Пришли, залезли, застегнулись и думайте только об охоте, а не о том, что вам холодно и о том, что вы замерзли. Тепло и комфортно, да? Разработка нашей компании, да, пакет материалов, которые используют мы при пошиве данного изделия, допускает эксплуатацию до минус 55 градусов. Отшивается в двух размерах и значит, используется самые современные, самые технологичные материалы. Вот такой вот мешок охотника. По промокоду от Национальной Лиги Охоты скидка будет какая-то? Да, конечно, конечно, сделаем. Причем модели выпускаются в трех расцветках. Думаю, что каждый охотник подберет себе мешок охотника в зависимости от своих условий, и от местности, и от своих задач. Вот. Опять же, отечественный производитель, поддержим нашего... Которого надо поддержать, да. Мужики, смотрите, по промокоду Национальной Лиги Охоты... Есть сайт, если будете обращаться и покупать, будет скидка. Если кого-то заинтересовало, берите. Просили разбор по скраткам, сейчас подойдем к ребятам из Продуса, и они расскажут нам, что и как происходит. Вот, ребята. Серега, привет. Привет. Вот ваш новый продукт. Выглядит очень круто. Расскажи, пожалуйста, общие какие-то характеристики, что, как, из чего сделан, ткань, и посмотреть, как удобен ли он. Но секрета никакого нет. Этот скородок... Ребят, можно потише? Сейчас не Влад. Скородочек берет свои корни от американских подобных производителей. Преимущество этого скрадка то, что это скрадок, изготовленный из двух материалов. Первый материал – это материал ПВХ, который позволяет ставить этот скрадок в любую воду или какая-то жижа мокрая до 25 сантиметров. Это спасает наших отечественных охотников от всей этой грязи. То есть либо на болоте, либо в поле. Либо это в поле лужа полноценная.
интернете много видео, где я ставлю его прямо в воду, с собакой залезаю туда. Сверху это материал простой, 600D ткань, которая отталкивает воду, и когда у вас этот скрадок замаскирован, он в таком виде, в принципе, вы не промокаете. То есть этого хватает для вашей комфортной охоты на гуся. То есть ты лежишь и не думаешь, что тебя сейчас зальет или еще что-то случится? Неважно, дождь пошел или еще. Конечно. Плюс, не секрет, все-таки материал 600D, хочешь, не хочешь, если постоянно его сжимать, когда он мокрый, он все равно рано или поздно начнет протекать. И когда мы говорим о материале, который сверху нас накрывает, это как бы нормально, это не страшно, мы не промокнем. Если мы лежим на таком материале, то все-таки рано или поздно начинает отсыревать спина, и тут уже, ну, как бы, большая часть ходит как мужчина, есть определенные проблемы. И кому ты потом нужен со своими гусями, да? Все? В принципе, да, именно так. Касательно нашего скрадка, по размеру этот скранок сделан больше, чем классические представители американского рынка. У нас увеличена площадь в ногах, что позволяет нам здесь среднестатистическим охотникам либо надеть какие-нибудь толстые теплые штаны, потому что большую часть охоты мы проводим в холодных каких-то условиях, либо накрыться спальным мешком, ну и в принципе комфортно. Накрылись, створки можно сделать так, место внутри зафиксировано, вот такое расстояние. Остается еще, да? Остается место, да. Я могу свободно работать пуховым мотком, комфортно. Если кто-то с плечами пошире, то можно лечь пониже. Опуститься, да? И также ты же в видео залезаешь, у тебя собака еще в ногах, правильно? Да. В моем видео я показывал, у меня есть куцар. Я куцара загоняю сюда. Здесь очень много места для того, чтобы собака поместилась. То есть сюда, в принципе, помещается большой лабрадор. Скоро голова с ума сойдет этих ломочков. Поэтому, на наш взгляд, мы все-таки смогли реализовать лежачий скрадок с потребностями нашего отечественного охотника. Касательно цвета, очень много вопросов возникает. Что такое цвет, почему именно... Светлый или что? Именно светлый, да, почему мы не сделали его маскировочным. Но в первую очередь, все-таки, мы должны были удовлетворить как-то желание покупателя. И если мы будем гнаться за вот этим вот выдуманным маскировочным цветом, то мы увеличим стоимость. И в то же время, правда в том, что маскировочный цвет скрадка... Тихо. Сейчас. Продолжай. А точнее, не фундаментально основополагающий для охоты. То есть подтверждено многими гусятниками, вот которые сейчас фотографируются рядом с нами. То есть это известные люди, да? Ну, относительно известных гусиных кругов. Сейчас я вам их покажу, секунду. Если кто знает, напишите в комментариях. Подтверждено, что песочный цвет – это самый безопасный цвет для гуся. Специальный какой-то рыбак. Гусь не боится, гусь подлетает смело. Тебя вижу. Подсказка для охотников, которые не до конца замаскировались. Например, когда это появится. Да, ребята, у вас ткань, ее надо подмаскировать. Вообще, для чего это сделано? Потому что даже когда у вас скрадок маскировочного цвета и остался какой-то кусок замаскированный, вот сейчас как раз светит солнце, и это показатель для наших охотников. Вот такая история с темным цветом должна быть замаскирована, потому что хочешь не хочешь, гусь зачастую в условиях каких-то повышенного прессинга, он боится этих темных пятен. И чем... Ну, вот такое светлое пятно, оно его не напугает. То есть если мы эту пятно при свете не замаскировали, гусь к ней отнесется менее осторожно, чем к темному пятну. В принципе, вот такой получился скрадочек, в котором мы обеспечили за счет металлического каркаса надежность, крепкость. Напомню, что дно у нас из ПВХ. В общем-то, проверено временем. Уже сами давно охотимся. У меня отцу 71 год, у меня 110 килограмм, и он смело вот так вот делает. Ну, я думаю, вы порадуете нас на видео с полей, то есть, как, где будет с участием вашего скрабка. Конечно, обязательно. Мы обязательно это посмотрим. Забыл сказать самую важную вещь. Для ленивых охотников в комплекте... Нет таких вообще, я ни одного не встречал никогда. Хорошо, тогда просто, чтобы упростить жизнь нашим
охотникам, любителям. Вот такая шторка. Мы ее сделали, и можно смежные стороны не маскировать. Вот тут видно. Ага. Скородок замаскирован, замаскировали шторку. А сюда сделали, там, я не знаю, термос побросали, чехлы от ружья положили. А как, я могу что-то сюда дотянуться из скоротка? Конечно, нет. Конечно. Вот так заработает. Нет, а оттуда я имею в виду, скоротка не могу, да? Теоретически можно. Есть карман для работы вот, с флагом, да, вот. И если там заначка какая-то. Да. Нужно это. Ну, а также там столик можно организовать, да, правильно? Салом, а столик, он хлебом. Же, сама конструкция же скоротков, вот этот столик. Как только мы добыли гуся, что мы первым делом делаем? Мы говорим, спасибо, товарищ, ты помог его наманить, жмем друг другу руки, ну и дальше... Ложимся спать. Да. Все понятно. Все, Сереж, спасибо большое. Спасибо вам. Че я раньше на выставке не ездил? Это же просто охоте и охоте. Идем на звук. Идем на звук. Сейчас мы услышим. Вот они, духовые манки фирмы Red. Часто они у нас на группе. Жень, привет. Привет. Это наш партнер Евгений из продукции фирмы Red, которая часто выставляется с Национальной лиги охоты. Наш хороший друг. Жень, ты каждый год едешь на выставку. Я стараюсь посещать все выставки. Скажи пару слов, ты второй день здесь. Как тебе выставка? Ходит народ, смотрит, понимает. Народ ходит, но не очень активный все-таки никак. А прошлый год без того, что еще первые два дня, сейчас обеден, до обеда еще нет. После обеда народ обеден. Но что мне нравится, это проявление интереса к духовым манкам. Потому что молодежи. Ну, наверное, все это я пару раз спрашиваю, где манок на душе. Ну, конечно. Я не знаю, как самый простой. Самый постоянный вопрос про манки. Вот на душе. А у тебя сейчас ты с какими манками приехал? Сейчас манки на утку. Которые у тебя идут одноязычковые и двухязычковые? Одноязычковые и двухязычковые. Капролон и акрилис. Появились Капролон. Новые цветовые исполнения у тебя, правильно? Да. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, друзья, эти знаменитые манки фирмы Red. Смотрите, какие цвета. Красота, да? Но я знаю, что прекрасно много охотников начнут, что нельзя яркие цвета, пусть заметит, что нам никто не прилетит, и все такое будут эти разговоры. Ты что думаешь, что брехня? Я думаю по этому поводу, что яркий цвет молока – это последнее, что заметит гусь. Да, перед своей смертью. Я не отношу это к тому, что... Пусть километр увидит ваш манок. Нам сейчас вяжут подвесы, мы шляем специально. И Женя говорит, давай сделать 10 подвесов красно-оранжевых. Что я специально буду в них участвовать в съемке, и будет будет так лететь. Доказать то, что да, это... я буду сажать его. Ну, на мой взгляд, ваша наружная маскировка, чтобы не отличалась. Да. Ну, естественно, харизматичные лица в скоротке. Ну, да. Вблизи. Да. Это чем больше. А? Ошибки сделали, да. Вот. Также, смотрите, есть значки. Значкам, да, разные значки. Уже не был фазан, селезень, вальшнеп. И собачки.
сейчас вот такой еще вальшник. Да, вальшник новый появился у Евгения. Но ты его, наверное, только в Фейсбуке еще оставлял, да? Да-да-да. Здесь презентация. Сейчас русские охотятся по ней. Вот, собачки. Кто у нас тут получается? Курц, Дратха? Нет. Нет? Это значит Пойнтер. А, Пойнтер, да. Бретон и Дратха. Сейчас появится русский охотятся по ней. Хорошо. Я тогда буду там когда просят Бигля. Бигля? Да, до свидания. Причем люди просят тех, кто не используется собак по назначению. Кто и лает просит, да, что вообще близко. Слушай, ну ходовые собаки, это надо. Ну да, то есть я вообще как бы делал ставки на лягушатников со значками, потому что ну, еще и шляпа. Да, тут вот просят на говядину всю, на медведей, лосей, кабанов. Ну так же исполнение, которое у тебя на галантерейке, да? Да. Вот, потому что тут лось, утки, медведи, кабаны. Ну и порода собак. Друзья. Это фирма Red. В описании к выпуску я дам все ссылки, то есть на Facebook, на магазин. Вы там сможете перейти, все посмотреть и увидеть уже, что ты продаешь. Да. Мы желаем тебе успехов. Друзья, вот закончилась выставка «Охота и рыболовство на Руси». Мы уже дома. К вопросу о том, когда выйдет выпуск и сколько это может продолжаться, давайте спросим у человека, который отвечает за это. Жень, Сильсин. Скажи мне, пожалуйста, когда мы выпустим выпуск и долго ли он еще будет монтироваться? Не знаю, все. Не, мы все доделали, остался только мультик 40 секунд. Мы ждем от редакции его, потому что достаточно трудоемкая фигня, всего 40 секунд, но она тянет все. Могу показать начало, но ну, такая интересная, забавная. Ну, безусловно, мне кажется, люди хотят увидеть начало, но насколько я помню, и вы смотрели наши мультики, которые мы делали к другим выпускам, они в среднем делаются от 5 до 10 дней, правильно? Вот и сейчас получишь, что еще 5-10 дней. Я точно? Думаю, нет, я думаю точно, либо 8-го, либо 10-го. Но просто тут же вопрос опять зависит, если он будет не готов, то мы не имеет смысла. И вообще, мало ли, все 8-го будут праздновать, он поздравлять обещал, женщин? Он обещал последние 10 дней, он в работе уже 5 дней. По идее, если мы, грубо говоря, его числа 3-го получаем, отправляем еще на цветокоррекцию, плюс еще нету анимации и титров, но это еще 2 дня. И числа 8-го, если мультик будет готов вовремя, я думаю, возможно будет его уже выгружать. Опять же, по цветокоррекции, как сделать вариант. А давай не будем томить, покажи хотя бы какой-то фрагмент. Сначала? Да. Одну минуточку? Да. Одну минуточку. Ну давай покажу. Вот так, Серег, у нас, видишь, все спрашивают, почему так долго вы фильм выпускаете. Погнали! Россия. Осень. Время начать все сначала. Время проверить себя в деле. Самый удачный момент в году – осуществить свою мечту. Мечту – быть на краю новых возможностей, покорить осеннего гуся на русском севере. И это все. Это все, что мы смонтировали за 3 месяца. Это все, что мы смонтировали за 3 месяца. На самом деле это не так. Давайте дождемся еще чуть-чуть. Мультик остался буквально 5 дней и будет новый выпуск. Все, пока.